Значит, мы пригласили ее на роль богатой девочки. Вот она пришла, она вальяжно развалилась в кресле, как пантера вот так вот поигрывала. А вот этот вот герой обзывал ее: «А, ты такая сякая, ты такая!» А она совершенно спокойно это вот слушала. «Вот тебе мужчины дают подарки дорогие, вот даже вот я знаю за что!» Сказала: «Ой, какие у вас красивые! Я узнаю дорогой бренд!» А он говорит: «Да, это мне подарили коммунисты испанские». Она в третий раз его перебивает и говорит: «А галстук-то у вас какой?» Она говорит: «Вы знаете, мне мужчины делают подарки. Это нормально. И да, мы понимаем, за что они. Но на вашем месте я бы скрывала, что мне такие подарки, чтобы вам, делают мужчины». И он так понял, так остолбенел и все, и замкнулся.